Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Продолжаю серию обзоров на очистители воздуха. Сегодня модель «Супер Плюс Био». Как всегда, ссылки на магазины с выгодными ценами и актуальным наличием вы найдете в описании. Чтобы не пропустить новый ролик, активируйте колокольчик и подписывайтесь на канал. Надеюсь на вашу поддержку. Ставьте лайки и пишите комментарии. Воздухоочиститель Био – это полноценный бытовой озонатор воздуха. В форсированных режимах уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы, защищая взрослых и детей, находящихся в помещении, от перекрестного заражения инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. Прибор состоит из двух основных частей – корпуса и кассеты. Кассета в прибор вставляется сверху и фиксируется защелками. На передней части прибора расположена панель управления прибором. Рабочее положение прибора – вертикальное. Работа прибора основана на принципе ионного ветра, который возникает в результате коронного разряда и обеспечивает движение потока воздуха через кассету прибора. При этом частицы аэрозоля, пыль, дым, микроорганизмы, загрязняющие воздух, всасываются вместе с воздухом в кассету, приобретая электрический заряд, и под действием электростатического поля прилипают к осадительным пластинам, расположенным внутри кассеты. Воздух, проходящий через кассету, дополнительно обрабатывается озоном, образующимся в зоне коронного разряда. Его количество заметно меньше предельно допустимой концентрации, но все же достаточно для того, чтобы в помещении, в котором работает прибор, уничтожались неприятные запахи, подавлялась жизнедеятельность болезнетворных микробов, спор грибков, плесени. Воздухоочиститель имеет 5 режимов работы, которые отличаются друг от друга соотношением периодов работы и отдыха прибора, а также скоростью воздушного потока. Это позволяет наиболее эффективно использовать прибор в помещениях разного объема. Также воздухоочиститель имеет электронную систему контроля состояния кассеты, которая информирует о необходимости чистки воздухоочистителя или об отсутствии или неправильной установке кассеты в приборе. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Размер не маленький. Озонировать помещение, если в нем находятся люди, нельзя. Это вредно для здоровья. Заявленная мощность не соответствует. Источает неприятный запах, как из медицинского кабинета. Пыль не собирает, как заявлено. Мой ноутбук больше пыли соберет. Дизайн, мягко говоря, не очень. Качество сборки. Озоном и не пахнет. Теперь перейдем к положительным. Со своей задачей ионизации воздуха в помещении справляется на ура. Запахи эффективно убирает. Хлеб не плесневеет дольше. Осаждает взвешенные частицы мелкой пыли из воздуха. Дизайн, производительность. Компактный, малошумный, недорогой. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Теперь самое время написать комментарий и поставить лайк. В описании под видео вас ждут ссылки на магазины с лучшими ценами. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. До скорой встречи на канале «Современные родители».